У меня дома случилась одна маленькая неприятность. Плохо ловит сигнал Wi-Fi, как на ноутбуке, так и на телефоне. Я разочаровался. Но вспомнил, что видел в интернете один лайфхак. С помощью обычной жестяной баночки из-под любимого напитка можно увеличить дальность сигнала своего Wi-Fi роутера. Что ж, сегодня мы этот лайфхак проверим. Но не просто, а на профессиональном уровне. Мы будем использовать интернет-ресурс SpeedTest для проверки скорости и программу Acrylic Wi-Fi Professional для проверки уровня сигнала от роутера. Тесты, скорость соединения нестабильна, постоянно скачет, да и уровень сигнала находится на среднем уровне. Что ж, давайте немного пошалим и проверим наш лайфхак. Что ж, пришло время подводить итоги. Я могу с уверенностью сказать, что вот такая вот штучка не стоит вашего времени, ваших нервов и ваших порезанных рук. Поэтому пойдите лучше в магазин, на базар, купите усиленную антенну к своему роутеру, а не занимайтесь такой ерундой, которой занимался я.